принципе, можно продавать как доп. Опцию. В комплекте будет второй аккумулятор, коса с переключателем. И все. Здесь мы включаем разъем, фиксируем его. Гайкой. Далее у нас идет подключение первого аккумулятора. Фиксируем его гайкой. И подключение второго аккумулятора. Также фиксируем его гайкой. Так, пас, пас. Совпадает. Зафиксировали. Так, далее пробуем включить в положении off, не работает. Здесь выставляем первый аккумулятор, пробуем включить. Аккумулятор разряжен. В этом же режиме выключаем, включаем. Так. Ой, стоп, это не разряжен уже. Вот. Работает. Так. Здесь опять включаем. И это уже у нас со второго аккумулятора. Замечательно. Ну и заряжать, соответственно, также. Либо втыкаем вот сюда зарядку и заряжаем поочередно первый, затем второй. Переключив на второй, заряжаем второй. Либо же непосредственно в аккумуляторы, воткнув зарядное устройство в гнездо для зарядки. Сначала заряжаем один, потом заряжаем другой. В общем, как-то так. Как конструктор можно продавать отдельно. Если кто-то захочет сам просверлить себе раму и поставить переключатель, то тут все довольно-таки просто. Будет готовая коса и второй аккумулятор. В сборе это будет стоить вот столько.